Привет, друзья! Стоим, все стоим. Но уже в третьей очереди. Вчера в воскресенье загнали один из пароходов, который стоял перед нами в очереди на якоре. И подошел за нами еще один вот такой. Кстати, сестершип, который сейчас грузится, и вот который ближний стоит. Раскраска одинаковая. Ну и проект один и тот же видно. Слышно сейчас, погода не ветреная, транспортер работает, слышу шум даже здесь. Один пароход, который рядом стоял, он передвинулся чуть подальше, то есть поближе к терминалу, то есть он следующий. Потом будет вот этот, тоже большой, вроде как мы. И потом мы следующие, третий на очереди сейчас. А этот подошел вчера, встал на якорь, будет за нами. Пока такая обстановочка. Самая интересная погода, безветренная, хорошая, тишина абсолютная. И на пароходе ни одной птички. Вчера обсаживали капитально прям все, и чайки, и эти черненькие птички сидели. А сейчас они почему-то под берег все улетели, вон, я смотрю, стаями там летают. Вот что влияет на их поведение. Когда-то они прям всем скопом пароход обсаживают, а когда-то ни одной, и все они стаи там на берегу. Видимо, вслед за мошкой, то ли мошку там прибивает, то ли рыба к побережью прижимается, они все там, вон они. Все стадо там. Там просто их неимоверное количество. Жуть, сколько их там. Вот они все на пароход сядут. В течение 5 минут пароход будет загружен птичьим говном. Но он уже и так неплохо отмечен. Все обосрали.